Пятыми иди, меняем. Все, поехали, поехали. Теннисист, привет. Привет, Кирилл, да, привет, привет. И все, Кирилл, ты зашел на самое интересное. Сейчас будут победы, сплошные победы нас ожидают. Серия побед из 20 матчей. Когда вы такое видели-то? Вот сейчас вы будете наслаждаться этим моментом. Кубок Италии, и у нас два матча. Два матча против Лацио. Направо. Угловой будет? Не будет угловой, к сожалению. Не будет его углового. Тут не очень идеально сыграли. А почему ты решил, что в атакующей у тебя же нет своего скилла? Все нормально, вином. Ты просто посмотри, что сейчас будет, и все. Ты поймешь, что я актерил. Я это все время актерил, набирал количество дизлайков в ваших эмоциях. Да, вот так даже отвечу. И теперь я просто буду рвать. Буду рвать направо и налево. Кто? Кто? Все, нет углового. Хорошо сыграл защитник. Лацио — это просто мелкая сошка, которая нарвалась не на ту команду в Кубке-то Италии. Сейчас нам только надо собраться немножко, только немножко соберемся, потому что надо адаптироваться, переключиться на топовую игру. Так, сильно, сильно, чувак, сильно откинул мяч, скиллуха этого чувака подвела его. Сейчас направо Подольский. Отнимешь мяч? Отнимет Подольский. Лукаш, красавчик. Здесь Камовинго. Камовинго, кстати, скилловый по уровню. Хороший у нас игрок. Его надо почаще выпускать. Направо будет ли здесь? Здесь направо, кстати, это Брукс и есть у нас. Кто должен быть направо? А я даю там Бруксу. Так. Пока все идет так, что у нас ничего не получается. Но это я просто хочу для отвода глаз Лацио, да, чтобы они расслабились. Все, побежали. Побежали. Побежали, ребятки. Первый. Есть. Есть, ребятки. Первый. Первый зашел. Есть, есть. Я, кстати, в Кубке Италии переживаю больше, потому что в чемпионате кажется, как будто уже все потеряно, но в Кубке игра только начинается. Итак, на 14-й минуте, да, на начале 14-й минуты мы забиваем свой первый мяч в этой серии двухматчевого противостояния. Посмотрим, что же теперь дальше. Главное отбиться. Главное отбиться. Сейчас очень часто происходит в моей именно игре то, что мне забивают сразу после пропущенного мяча. Так. Отличный вратарь. Отличный сейв. Отличная игра. Так. Отбор, есть отбор, есть отбор. Камовинго по левому флангу. Камовинго, но тут вот не получается. Попробуем вот так. К сожалению, не вышло передача сразу так, чтобы удар нанести. Там очень хорошо навязал борьбу наш игрок, но, к сожалению, не получилось поднадавить, да так, чтобы еще и отнять мяч. Так, Эллиот, кстати, на левом фланге. У нас Эллиот на левом фланге играет, точно, я забываю, что у нас он не на правом играет. Так, Камовинго по центру. Давайте вот туда подальше швырнем, к сожалению, да, я так и думал, что вот именно вот это произойдет. Но не получилось бы у меня швырнуть другое место мяч. Так, будет ли быстрый пас? Будет и быстрый пас, поэтому штрафного не будет, а штрафной — это опасная вещь. Слава богу, что они решились штрафной не бить. Отлично, отлично. Вот таким вот образом поступаем. Давайте выходим. Во что? Во что выходим? В контратаку, может быть? Но не получится контратака. Направо. Здесь у нас
Головин, к сожалению, теряет мяч. И угловой, посмотрите, что делает. Посмотрите, что делает Головин. Все-таки поборолся до конца и угловой заработал. Давайте навес с углового. Навес с углового. Здесь, к сожалению, ничего не произошло. Так. Так, к сожалению, не вышла передача под удар. Не вышла она. Отбор. Отбор за нами. Да, к сожалению, здесь тоже ничего не происходит. Так, возвращаемся в защиту. Возвращаемся в защиту. Здесь вот есть возможность у них прямо очень хорошо. Но здесь кто там сыграл головой? Вроде бы это наш защитник правый причем. Так, здесь мы запутались. Запутались и отдали мяч, к сожалению. Ненужные потери. Ненужные потери по правому флангу. Идут, но тут Эллиот. Эллиот борется. И Эллиот красавчик. Эллиот красавчик, конечно. Пока выделяем наш больше даже левый фланг, чем правый. Хорошая передача. Хорошая передача. И хороший удар. И хороший гол. Можно все. Вот так бы и заканчивать. Поехали. Что там у нас? 2-0. Надо еще забивать. Давайте попробуем, может быть, что организуем. Но здесь вот спокойно пас вратарю. Да, вратарь. Давайте вниз. Так, ну у нас еще это, как это говорится, у нас же еще Лацио, не забываем, что они могут в атакующий футбол пойти играть. Давайте вот это вот, посильнее. Конечно, направо, отлично, Головин. Головин, и давайте... А там, кстати, не Головин, там Брукс. Там Брукс, у меня Головин в запасе сидит. Кстати, я теперь понимаю, почему мы выигрываем. Направо. Так, пас через центр. Через центр, вот здесь вот не вышло то, что я хотел задумать. Я увидел здесь открывающегося игрока. Ах, вы знаете, я думаю, сейчас мы всадим. Раз уж туда пришел мяч, то почему бы не попробовать залепить с Долита, а? Залепить с Долита этот удар-то было прямо шикарно. Так, здесь получается. Смотрите, что происходит. Я прямо хотел мяч подарить, но мой защитник сказал: нет, Володенька, мы не должны проигрывать. Слушайте, Эллиот, к сожалению, не понял, что от него требуется, и побежал не в тот угол. Ну да ладно, ладно, мы ведем 2-0, можно немножко, буквально чуть-чуть расслабиться. Чуть-чуть расслабиться здесь на Эллиота. Эллиот, что ты творишь? Я только недавно хвалил ваш этот левый фланг и подключил правый, чтобы посмотреть, как он работает. И в итоге левый забыл, как играть в футбол. Здесь есть отбор, коллективный, хороший отбор. Минута вышла, судья свисти. А 2-0 мы ведем. 2-0, ребятки. Гомес и Гаич, не Игорь. Глоточек кофе, ребята. Слушайте, но хорошо играем. Причем у меня такое ощущение, что два гола, они такие, знаете, на контратаках. Прямо... Пружина это произошла. Пружина как отпружинила, так отпружинила на два мяча прямо. Потому что такого прям давления активного мы не оказываем. Так. Давай, Луис Филиппе. Попробуем отобрать. Там слева. Это на нашем фланге справа получается, да? Прямо оголили тылы. Выбиваем. Все. Вот сюда вот. Ну и давайте слабенький пас. Слабенький. Теперь вот сюда, конечно, здесь у нас свободный игрок. Ух, какая передача. И направо. Добегает. И, к сожалению, не получается это. Вы посмотрите, что происходит, какой момент. Да бейте, сукин сын. Гол. Гол 3-0.
И Гаич в Кубке Италии делает дубль, ребятки. Вот это жаркая игра. Реально жаркая. Не прошла здесь передача, потому что там хорошо сыграл защитник. Перекрыл пас. Отлично, ребятки. Да кого бы вы ни выпускали, у меня просто прет сегодня в этой игре. Прет 3-0, ребятки. 3-0. Поехали дальше. Главное не пропускать. Вот один мяч, пропущенный дома, это приговор. Потому что в гостях уже будет совершенно другая история. Поэтому чем меньше мы пропустим, или лучше вообще не пропустить, тем лучше. Так. Перекрываем. Ой, молодцы-то, как вы сыграли-то. Ой, здесь вот, кстати, случайно не так все пошло. Именно случайно все не так пошло. Теперь направо у нас здесь кто? Брукс бежит. Ребят, я не буду его останавливать, этого парня. А вот теперь точно остановлю. Еще один момент. Еще попытались здесь на подборе наш игрок. И еще к центру. Вот сюда вот. И попробовать сдали всадить. Прямо в игрока всадили. Так. А, к сожалению, не прошла эта передача. Здесь за нами мяч. Нет, не за нами. Не за нами мяч. Давайте. Попробуем. Попробуем еще забить, ребятки. Так, вот здесь вот прям вот очень хорошо игрок открывается. Очень хорошо, но тут посмотрите, как хорошо играет наш игрок. Во всяком случае, временно мы точно отстранили угрозу. Но здесь вот будет удар сдали? Есть удар сдали. Перекрываем удар сдали угловой. Подать, отбить и контратаковать. Наша вот такая стратегия. 41 метр дистанция дриблинга. Большая дистанция. Так. Направо. И тут опять угловой подайте. Очень ужасно подаете угловой. Я и лучше видывал. Даже я, не забив ни одного гола с углового, и то играю лучше, чем вы. Так, вот здесь вот, кстати, проходит вроде бы, да? Ну-ка, тихо. Ой, хорошо разыграли. Молодцы, вратарь, когда надо, тогда не подводит. Тем более, это, кстати, у нас новый вратарь стоит на воротах. До этого он не играл. Слушайте, хотел дриблинг, вроде бы даже это финт Зидан, или как называется, не помню. Называется этот финт. Слушайте, Брукс притормозил меня, чувак. А так хотелось уже пас давать туда, на оперативный просток, потому что там наши игроки прям вот зажали. Так, через зад играем. Как обычно я играю, да? Так и сейчас хотел сыграть. Есть. Налево попробуем. Но, к сожалению, немножко не так все произошло, как я задумывал. Вратарь выбивает. 67-я минута. Мы пока ведем. С хорошим счетом ведем. Так, здесь, к сожалению, ничего не вышло. Вы посмотрите, как у них здесь все схвачено, ребят. Так, здесь наш игрок. Теперь по левому флангу развиваем эту атаку. Здесь спокойненько. Ой, как бежим, как молодцы-то мы. А вот здесь вот не ужасно. Будет отбор. Смотрите, какая идет борьба прям на каждом участке. На каждом участке мы боремся, друзья. Причем угловой. Я не знал, что будет угловой. Так, навес. Так, это кто у нас? Это у нас Гаич. Адольфо Гаич, автор сегодняшнего дубля. Немножко не так, ребятки. Не прошла у нас эта передача. Так, возвращаемся. Здесь вратарь на месте. Опасно мы сейчас дали, но все благополучно завершилось налево. Ну, давай. Вот, отличный пас. Это у нас Эллиот.
И у нас еще один угловой. Пока на данный момент играем неплохо. Так, давайте сделаем план игры, сделаем замены. Брукса выпустим. Кого там я хотел выпустить? Давайте Головин. В центр от Амеди Кирилла Набабкина выпущу. Да, у нас Кирилл Набабкин появился, напомню. И, наверное, я заменю Лукаша Подольского. И выйдет туда не абы кто, а давайте выйдет туда Балотелли. Он не оттянутый, правда, форвард, но пусть Балотелли поиграет. Почему бы нет? Почему не дать парню шанс? Навес с углового, друзья. Очень высокий навес. Камавинга. Очень хотелось бы еще разочек сказать, что это замечательный игрок. И прямо вот выделяю именно его. Так, здесь, слава богу, что вот частенько у нас сегодня происходит, что перекрыты эти зоны, успевают наши игроки. Налево. Ах, к сожалению, не хватает чуть-чуть, вот буквально скоростенки Элиоту, но я надеюсь, что это все придет. И здесь, смотрите, навесик, и будет ли удар? Нет, не будет удара. Давайте вот здесь вот пас налево сразу же. Еще один удар. 3-0, ребятушки. Пока идет вот такой вот у нас счет проходит, да? Я даже боюсь вот именно ставить всех в оборону сейчас, потому что думаю, что нарушу вот эту игру, вот этот баланс, который мы сейчас поймали. Если я сейчас прямо всех отправлю защищаться, то мы явно пропустить можем. И здесь вот вроде бы как по задумке хороший пас сразу туда пропустить мяч, но у нас, во-первых, игрок был не скоростной, а во-вторых, ну, поднаевшийся, уже уставший игрок, это у нас Диас был. Есть отбор, давайте вот туда, налево. К сожалению, здесь тоже уже, ну, и Элиот не зацепляется за мяч. Так. Луис Альберто. Есть отбор. Отличный отбор. Налево. Элиот наелся немного, но еще бежит. Давайте вот здесь вот спокойненько вот так к центру. И, к сожалению, не прошла эта передача. Может быть, надо, кстати, было закидушечку делать. Я забыл эти закидушки делать. Так, вообще всех в оборону. Вот теперь-то я точно всех в оборону отправлю. Пусть даже нападающие бегут. Теперь нам массовка не помешает в защите. И это еще нарушение правил, ребята. Посмотрите, что происходит. Судья решил дать свисток, и мы теперь будем защищаться от этого, в общем, штрафного удара. Надеюсь, что он не будет бить поворотом. Ну, поворотом, конечно, тут опрометчиво бить. Думаю, будет навес. И выбиваем мяч, и все, свести. Отлично, ребята, 3-0. Первый матч в Кубке Италии, 3-0 мы ведем. А теперь вот такой момент. Теперь, если мы в гостях забиваем один мяч, допустим, то мы можем проиграть 4-1. Это тоже надо учитывать. Причем матч на Кубок Италии, он сейчас уже будет дальше у нас. Так, смотрите, ребят, я выиграл 3-0. Так, 3-0. Я даже не знаю, как здесь счет показан. Нам посмотреть. Ну-ка, у нас конкуренты наши. Ну, если мы, соответственно, не проиграем, да, там 4-0, если мы не проиграем в следующий матч, то у нас играет Эмполи и Сассуоло. Я вот вижу. Эмполи и Сассуоло. Посмотрим, как Эмполи... Эмполи выиграла... Это первый круг, кстати. А почему первый круг только показан? Тоже удивительно, почему именно первый круг показан. А первый круг с кем я играл? Так, сейчас здесь найдем нашу команду. Здесь ее нету вообще. Ну ладно, пофиг, ладно. Фиг с ним. Эмполи и Сассуоло, да? Вот это именно из этих двух команд будет одна с нами бороться дальше, если, опять же, мы пройдем. Так, ну давайте, он стал ключевым фактором на нашей победе. Давайте просто хороший запас прочности, что молодцы, короче, и тому подобное. Не хочу я там прямо хвалить одного игрока.
Тем более, кстати, Диаса я, может быть, даже особо и не замечал на поле. Так, в центр мы поставим. Даба. Давайте Данте в центр. Направо на Бабкин. Этот нет. Даба направо у нас пойдет. Он такой более правый. Я помню, я его ставил направо защиты сюда. Брукс, я вижу, прям в ударе. Давайте Брукса поставим сюда. Головин центр. Игорь Гомес, Элиот. Элиот немножко уже, мне кажется, зажравшийся. Камовинга. Слушайте, я не буду Камовингу выпускать, хотя я хотел сказать, что он вроде бы как подающий надежды. Так, Диас, Гомес. Так, Диаса потом выпустим. И что у нас? Камовинга. Вот этот тоже вообще устал, поэтому давайте даже вот так. Вот, Гомес и Донгри у нас вообще сегодня вне заявки на матч. Гаича, может быть, даже поставить Балотелли в центр, а оттянутым форвардом сделать вот этого вот парня. Ну и Лабата будет в ударе постоянно играть, да. Первые круги обычно команды из первой лиги не играют. Но просто я удивлен, что почему там нет результатов именно наших. Зачем показали именно первый круг, поэтому я и стал смотреть. Вот. Так, а здесь вот давайте вот этого чувака тоже поставим. Слушайте, ну вот как-то вот давайте это. Сейчас чувствую, Лацио снова выпустят. Ну да, они не ожидали, что я защику им накидаю, короче. Они этого не ожидали, поэтому я думаю, что нам следует готовиться к тому, что мы можем сейчас и тоже почувствовать прямо серьезный напор со стороны Лацио. Но, ребятки, я хочу сказать, что я сейчас приезжаю на этот стадион не чтобы вылететь из кубка, а чтобы пройти дальше. Ну что, Лацио, держись, в общем, бойся, Беневенто приехал за победой. И они сразу выбрали атакующий футбол. Не рановато ли вы это сделали, ребятки, атакующий футбол? Чего ж вы тогда на прошлом матче еще не нажали на него, а? Давайте. Слушайте, может быть, меня это защитно. Вот этот момент самый тяжелый. Ой, сейчас мог залететь такая, знаете, это закидушечка головой. Как это сказать? Самое напряженное это то, что ты должен вот выбрать стиль футбола и почувствовать, что он идет тебе. То есть то, что ты можешь им играть сейчас вот против этого Лацио. Вот они сейчас реально они хотят атаковать. Так. Нарушение правил, и я даже не стесняюсь этого. Это было сделано. Я даже хочу сказать, что в какой-то степени я хотел, чтобы оно было нарушение этого правила. Слушайте, здесь прямо сейчас наши соперники-то прям нас поднапрягли-то, а? Поднадавили на нас. Так. Побежали. И здесь вот давайте налево. Налево, господи, Элиот, еще левее. Слушайте, мне кажется, я задержал немного с ударом или с пасом, да? Надо было действовать чуть более быстро. Ну ничего, все нормально. Мы потихонечку начинаем адаптироваться. Потихонечку, вроде бы даже уже провели какую-то, знаете, такую атаку. Быстрый выпад, назовем это так. Так, отлично, все нормально. Сейчас все мы встанем на свои позиции. Спешить не надо. Вот, отлично. Прям вот молодец. Лабата бежит. Вы посмотрите, какая скорость у Лабата. Я вам говорил, что он быстрый. Я вас обманул. То есть, когда говорил, что он не быстрый. Он быстро бежал. И посмотрите, кто забивает. Балотелли, тот самый, которого я поставил сегодня в центр поля. И счет у нас теперь по сумме двух матчей 4-0, друзья, это означает то, что высока вероятность нашего прохода в следующий круг розыгрыша Кубка Италии. Ну, конечно, шикарно сыграл, в первую очередь, Лабата. Так, теперь мы должны с вами...
сконцентрироваться на чем? На чем мы должны сконцентрироваться? На продолжении такой же игры. На продолжении такой же игры. Вот на чем надо концентрироваться. Хороший удар. Сдали. Сдали, так. Слушайте, ну немножко вот не так в отеле сделал. Я даже не знаю, может быть, случайно что нажал я. Да, уже, значит, по инерции нажал. Слишком рано он дал пас, а этот чувак вообще не туда дал. Так. Ну ладно, все нормально. Все нормально сейчас. Мячик, пусть и под их контролем, но у нас вроде бы здесь все есть. Вы посмотрите, какой момент. Кубок Содружества про 100% твой. Погоди, там еще у нас впереди серьезные битвы. Серьезные битвы с серьезными командами. Кто дальше проходит, тот явно не слабый. Как вы помните, я проигрываю вообще всем, кому только могу проиграть. Так. Ох, решил сделать закидушечку. Решил сделать закидушечку, друзья. Не прокатило. Рисковал, согласен. Там вратарь, в принципе, все правильно сделал. Вратарь у них молодец. Здесь мы, опять же, все перекрываем. Так, здесь по правому флангу, вижу, открывается у нас Брукс. Прошлый матч, мне кажется, он прямо хорошо провел. И еще один момент, вы посмотрите, что происходит. Еще один момент. Брукс по правому флангу хорошо прошел, хотя ничего там прямо сверхъестественно не сделал. Хороший дал пас, вот это точно, пяточкой. Удар, вратарь. Можно сказать, обыгран, но длина ног слишком была длинная. И поэтому вратарь спас. Угловой. Будет ли здесь что-то? Нет, ничего не будет, вратарь хорошо сыграл. Здесь вот это наш мяч. Это наш. Давайте мы налево спокойненько дадим. Ах. И ох. Так, ну все нормально. Вы, главное, вернитесь обратно в защиту. Так. По левому флангу атакует Лацо. Так, ну здесь мы вроде бы сыграли. Здесь вот давайте-ка назад отдадим мяч. И, к сожалению, не получилось у нас закрепить его за нашими ногами. Так, ну здесь вроде бы мы все хорошо делаем. И хороший выход. Ну вот здесь вот, давай на Эллиота. Эллиот молодец. Ах, не получилось сразу сделать пас. Ах. Что ж такое, ребятки, что ж такое? Так, здесь спокойненько. Ой-ой-ой, как через защитника мы сыграли. Здесь получится у нас зацепиться за мяч. Не получается, да там еще и нарушение, оказывается, было с нашей стороны. Здесь справа хорошо у них открывался игрок, но компьютер не заметил, поэтому бежит по левому флангу Данте. Данте преследует его, и Данте играет хорошо. Данте играет хорошо, вот и все. Так, здесь прямо в стеночку играем. Отличный выпад и отличный пас. И давайте попробуем. Чем черт не шутит, а? Слушайте, как это говорится? Я не знаю, что произошло. Вы знаете, как будто я принял. Я что-то принял, и мы теперь вот играем. Я даже сам удивлен, что вот именно такой вот у нас происходит. Такой накал страстей у ворот соперника. Так, слишком прям далеко. Слишком далеко, к сожалению, не вышло ничего там сделать. Не вышло зацепиться за мяч. Есть отбор. Так, и здесь хорошее открывание. Еще один момент. И здесь вот, к сожалению, уйдет мяч. Ушел мяч. Веберский кофе ты принял. Медовуха называется. Не, сегодня этим не занимаюсь. Не пил уже давно, на самом деле. Очень давно. Я вроде бы как говорил, что на этих выходных можно выпить. Может, не знаю, завтра, может быть, медовушку куплю. Мы же завтра планируем кооператив, да? Но это не точно. Так.
Ну что, что, давайте, где тут ваши супер-мега-атаки, Лацио? Давайте, я готов. Я теперь могу пропускать 4 мяча вообще смело, да даже закрыв глаза. Я могу вообще не играть, я могу бросить геймпад сейчас уже. Вот, вот первая атака, да, у них. Первая атака, очень такая, да, знаете, опасная. Но вратарь, вратарь или что там, или удар мимо вообще. Ну, как бы то ни было, у нас все пока по нулям в графе пропущенные мячи. А здесь они сделают заброс на правый фланг. Но здесь, посмотрите, посмотрите, как Элиот хорошо играет. Вот, казалось бы, я же говорил, что он не скоростной, это вы видели. Но тут сыграл выше всяких похвал. А теперь у нас навес справа, Луис Альберто. И здесь давайте попробуем, ну, такие удары можете делать. Несколько моментов создало Лацио у моих ворот. Но с учетом того, что счет до сих пор 1-0, а по сумме вообще там 4, да, получается 0, то эти попытки, они всего лишь пока остаются попытками. Здесь направо хорошо открылся. Мне кажется, защитников все-таки маловато. Защитников все-таки маловато. Давайте попробуем. Вот хороший, шикарный гол. Первый мяч зашел. Первый мяч прямо шикарный. Они забили. Но здесь уже свисток. Я уже просто жду. Слушайте, через себя прямо забил. Ну, наверное, в целом Лацио играл чуть, может быть, получше, буквально чуть-чуть. Но какой-то доминирующей составляющей не присутствовал. А вот теперь у них тактика, скорее всего, будет вообще все в нападение. Но выбора у них нету. У них реально нет выбора. Не, они оставили пока все как есть. Так, спокойненько, спокойненько разыгрываем. Спокойненько, потому что счет, он стал такой, знаете, когда пропускаешь мяч, сразу начинаешь чуть-чуть нервничать. Отлично, отлично. Балотелли, 2-1. A cracking touch as well. That's what made it for me. That's brilliant play all around. Сейчас посмотрю свои голы. Это приятнее смотреть, хотя тот, ты прав, надо было посмотреть, как тот гол произошел, потому что там был красивый гол. Так, ну что, 2-1. Мы вновь впереди в этом матче. И вновь у Лацио ужасная ситуация, то есть она и так-то была не особо проще, да, но мы похоронили надежду в очередной раз, особенно тем матчем предыдущим. Вот это удар сдали. Да, Балотелли прямо очень мощный, я согласен, да. Но здесь он еще молодой, может быть, если бы его прокачать, он будет вообще просто незаменим, мне кажется, в моей команде. Его можно очень хорошо прокачать. Но сейчас он еще не, пока не суперский, он еще пока не суперский, но вот даже вот эта вот не суперская его, да, скиллуха, она уже дает результат. Как-то, знаешь, вот он принял мяч, спокойненько развернулся, спокойненько вдарил. Красавчик, в принципе, да, хороший момент. Хороший гол, как говорят в хоккее. Так, ну теперь что, ребятки, 53-я минута. Ну мы, я думаю, я уже все. Вот теперь можно точно положить геймпад, и мы пройдем дальше, в любом случае. Мы пройдем дальше. Хорошо, хорошо прям играем. Опять они вот начинают контролировать. Здесь отбор. Ах, штрафной, кстати, штрафной. Не знаю за что, но штрафной есть. Габаритных футболистов очень тяжело оттеснить, особенно если они умеют этим пользоваться. Но Балотелли точно умеет, как правило. Так. И хороший пас на Головина. На Головина хороший пас. Попробуем. И что творит этот парень? Что творит этот парень? Вы посмотрите, посмотрите. У нас уже не просто 3-1, у нас уже 6-1. И Балотелли из этих мячей забил 3.
Finishing doesn't come simpler than that. Bang in front of goal. Yeah, I really can't say enough as to how good the final ball was. It took the defense out of the equation. Слушайте, ну все, все, я не знаю, два матча. Вот почему не можем в чемпионате так играть, а? Почему вот именно Лацио, который идет на шестом месте, мы ее выигрываем, эту команду, а при этом мы проигрывали вот этим аутсайдерам, да, которые у меня там были. Просто необъяснимая вещь. Просто необъяснимо. Так, направо. Брукс. Брукс. Наверное, потому что Брукса не было, поэтому мы играли ужасно. Брукс. 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 Ну и давай, Балотелли. Я тебе дам пас. Правда, не уверен, что это была хорошая идея. Давайте к центру. И налево. Но налево ужасный пас. Не дошел он. Там еще мяч подскочил, когда он давал пас. В общем, ну не вышло. Не вышло. Теперь нам надо обороняться. Но... Я уже, знаете, я уже просто на расслабоне бегу, даже не парюсь. Вот что это было? Вот это был отбор, А здесь уже на правый фланг, причем пас-то очень хороший, прям на Лабата. Вы посмотрите, просто Лабата. Машина, к сожалению, не дотягивается Булатели. Еще одно преимущество у Булатели, нашего Булатели, да, это то, что он высокий. И это может быть потом сказаться в будущем, когда он научится прямо хорошо играть головой. Так, здесь отбор, прямо хороший отбор со стороны игроков Лацио, и теперь нам надо отбирать. Ну, тут уже пора менять игроков, уже пора все выпускать свеженьких, того, кто может поиграть, там, может быть, кто-то скиллушечку наберет, молодых. Ой-ой-ой, Булатели зацепился за мяч. Вы посмотрите, реально, вот, если говорить о том, кто сегодня лучше, это однозначно Булатели, прям красавчик. Везде поспел наш пострел. Давайте заменим Брукса. Вместо Брукса выпустим. Кого выпустим? Давайте на Бабкина, молодого игрока. Давайте выпустим вместо кого здесь? Дабо уберем. Тоже Зуканович. Зуканович тоже у нас молодой. И еще кого выпустим? Ну, давайте выпустим Хэрингтона. Хэрингтона вместо вот этого вот игрока. Все. Кубки это твое, тебе нужно. Слушай, Вином, просто повезло, мне кажется. Вот реально вышло так, что выигрываю. Мне кажется, что в следующей серии мы можем проиграть этот кубок. Ну, когда следующий матч будет за кубок. По левому флангу Элиот. Ну, тут хороший отбор. Да, давление оказали. К сожалению, думал, что забегу. Не забежал. Так, здесь будет наш мяч? Нет, не будет. Но борьбу мы навязали. Здесь удар головой не получается. Но мяч наш. Все. Вратарь спокойно, да. Теперь здесь тоже. Все отлично. Я даже Булатели не заменил. Потому что вижу, что этот парняга чертовски сегодня хорош. И вот такие моменты создаем, но защитники в этот раз молодцы. Головин навешивает с правого фланга. Здесь кто у нас поборется? Поборется, поборолся. Слушайте, ну не то я сделал. Я думал, что он другому игроку даст. Ладно, замуцолили эту тему, хватит. Здесь, к сожалению, отбор. Есть отбор. Так, тихо, сразу избавляемся. Здесь не получилось сразу. Они могут организовать хорошую атаку, но здесь мы будем на месте. Да, все, мои защитники на месте. Вот здесь вот хорошо открытый игрок. Это Набабкин, молодой, свежий Набабкин. Кирилл бежит. Бежит, давайте к центру. Я вижу, что здесь есть возможность. Слушайте, ну, прямо вообще. Сейчас бы, если бы еще забил бы он мяч, это Булатели best of the best. Так, давайте вот этому игроку дадим. К сожалению, да, как-то кривовато я принял, моя вина. Так, здесь бежит. Элиот побежит, куда он денется. Так. Ух ты, какой хороший подкат-то, вы посмотрите. Еще один удар, и еще гол. Really save,
Я не знаю, Сашенька Сибиряк что-то вообще замолчал, мне кажется, он уже все, он уже заснул. Он понял, что кубок мы дальше проходим, смотреть дальше неинтересно, потому что в чемпионате вообще все печально. Так. О, вратарь тащит. Так, здесь давайте спокойненько вот туда, направо. К сожалению, перехватил защитника. К сожалению, не прошла эта передача. Так. Темнокожие парни тащат игру. Роберто, да. Роберто вообще счастливый, мне кажется, сейчас. Наконец-то он выигрывает два матча. И просто это как это. Есть надежда, что его не уволят. Вот здесь хороший прямо. Галешник прямо шикарный. Ну и признаюсь, я даже кнопки не жал. Когда он в штангу попал, я уже закончил борьбу. Так. Ох, подкат хороший. Шикарный подкат. Так, здесь мы Данте все должны перекрыть. Все пока хорошо. Так, здесь успеваем. Здесь вроде бы успели. Все, кто нарушил правила? Слушайте, нарушили правила мы вроде бы, да? Да. Балотелли успел еще и нарушить правила. Слушай, а ведь действительно у меня очень много темнокожих парней, да? Если посмотреть атаку, то исключительно ими мы выигрываем. Так, Херрингтон свежий Херрингтон. Давайте направо, вижу здесь, как открывается у нас Кирилл Набабкин, он прям бежит, он же тоже свежий, он же тоже Кирилл Анатольевич. Да почему никто вообще не решился на этот удар, почему никто не забежал-то? Ну, отлично, здесь хотя бы перекрыли немножко этот мяч. Все. Здесь не вышло. Но отбор за нами. Здесь вообще серия ошибок. Давайте все-таки не будем доводить счет до 4, там 3. Давайте попробуем отнять-то. Ой, 4-3 все-таки. Но я думаю, что шансов выиграть. Я думаю, что все. Benevento will be thrilled by this, even though they would have been a tad fearful of their lesser strength, but they've sprung a huge surprise. Так, ну что, друзья, выигрываем и идем дальше, причем здесь вроде бы хорошо сыграла команда и Лацио, да, были, там много было моментов, но как бы то ни было, давайте посмотрим, наша команда какая там, Эмполи и Сассуоло, вроде Сассуоло проходят дальше, 2-1 в общем в сумме, да, и да, мы будем играть против Сассуоло, а вверху играет Рома против Пармы, вот такие вот две команды, а там у нас осталось Интер, Аталанта, соответственно, Фиорентина и еще Наполи. Вот такие вот команды стремятся борются за финал. Ну и что, ребята, теперь мы играем в чемпионате. Я думаю, что всплеск эмоций пора подостыть. Да, теперь можем и проиграть несколько.